эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Праздник уже близко. Глава муниципалитета Алексей Спасский проверил готовность крещенских купелей. Значит, палатка, здесь поставим там самовары, чаепитие для обогрева. Еще быстрее и комфортнее. В многофункциональном центре в Бутово-парке открылись еще 5 дополнительных окон для обслуживания жителей. Здесь у нас существует специальный терминал, чтобы не стоять в общую очередь, это быстрее для заявителей. В рамках акции «Тропинка к дому» сотрудники Госсадмтехнадзора помогают пожилым людям с уборкой снега. Хотелось бы, чтобы молодое поколение всегда помогало своим близким, особенно пожилым людям. Крещенские купания горячо любимы многими россиянами. Тем не менее, занятие это требует осторожности и тщательной подготовки проруби для купания. Как проходит этот процесс в Ленинском городском округе, проверил лично глава муниципалитета Алексей Спасский. Его сопровождала наша съемочная группа. На пруду у храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутово кипит работа. Впрочем, главные приготовления к предстоящим купаниям здесь уже завершены. Для главы Ленинского городского округа Алексея Спасского небольшую обзорную экскурсию проводит заместитель главы администрации Эдуард Арадушкин. Пункт тепловой. Ну, мало ли там кто-то постарше там, или еще кто-то, как бы там тепловой пункт для обогрева. Детки будут. Сейчас зайдем, посмотрим. Значит, палатка, здесь поставим там самовары, чаепитие для обогрева. Как бы, и дополнительно чуть выше пока стоит у нас кухня. Эти прекрасно оборудованные места – итог совместных усилий сотрудников МЧС и администрации Ленинского городского округа. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет крещенские купания проходят без серьезных инцидентов, здесь будут дежурить медики, представители правоохранительных органов и пожарно-спасательного гарнизона. Исходя из тех погодных, установившихся холодных температур, губернатором поставлена задача, чтобы сделать процедуру вот этих омовений максимально комфортной. Сейчас заканчиваются последние приготовления. Мы сейчас уже видим, что палатки подогреваются, соответственно, подходы расчищены. Ну, на мой взгляд, можно давать самую высокую оценку, при том, что еще время есть, как бы, ну, что называется, докрутить и сделать это на практически идеальном уровне. Внес свою лепту в подготовку к мероприятию государственный административно-технический надзор. Задача его сотрудников – убедиться в безопасности прилегающей территории и самих прорубей для купания. Например, рядом с Троицкой церковью в Измайлове обнаружен непорядок. Самое главное – это территория и подход людей, чтобы они были безопасны и соответствовали нормам и требованиям. Вот у нас ситуация. Вот сразу вот этот снег надо будет вывести. Этот снег надо будет вывести. Те кучи все, конечно, привести все в порядок. Это дворовую территорию. Это тоже замечание. На территории городского округа будет действовать 8 мест для купания. Все они оборудованы палатками для переодевания и обогрева. Везде можно будет выпить горячего чая. Совет сотрудника МЧС для тех, кто соберется окунуться в прорубь, простой. Не допустить употребления каких-либо горячительных напитков, ну, кроме горячего чая, потому что это может ударить по здоровью. Так, рекомендации. Духовный настрой, погода хорошая, мороз, ветра нет, сухо. Для купания самое то, очень здорово. Самое главное, купаться можно только в специально оборудованных местах. С их списком можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Факт незаконной коммерческой деятельности зафиксировали жители деревни Слобода. На одном из участков происходит сбор и сжигание отходов. Об этом они сообщили в общественную палату Ленинского городского округа. Общественники выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Подробности у Юлии Погосян. Сегодня здесь и намека нет на незаконный пункт сжигания отходов. А еще недавно местные жители были очевидцами, как на территорию съезжались грузовые машины и сбрасывали мусор, который впоследствии сжигался. Речь идет об участке в деревне Слобода. Собственник земли уже установлен, это физическое лицо. Мы знаем, под что земля предназначена явно не для того, чтобы здесь собирать и сортировать, и сжигать отходы. И собственник земельного участка сейчас установлен, поэтому все эти материалы мы уже передали в административную комиссию на рассмотрение. На жалобу жителей оперативно отреагировали члены общественной палаты Ленинского городского округа. Они были инициаторами выездной проверки, к которой подключился экологический отдел администрации муниципалитета. То, что там есть, конечно, какие-то кучи с каким-то содержимым, похожие на какие-то строительные отходы, да, есть. Но видно, что сейчас деятельность не ведется, потому что снежный покров свежий, никто ничего не трогал однозначно. Вот, соответственно,
свежих следов сжигания тоже мусора не обнаружено. Вот. Соответственно, свяжемся непосредственно с заявителем для того, чтобы, может быть, уже в коротком информационном поле взаимодействовать на будущее, если появятся какие-то новые точки, чтобы мы смогли более оперативно приступить к их решению. К ответственности собственника участка привлекут еще и за незаконную предпринимательскую деятельность. Нужно рассматривать совместно с правоохранительными органами уже это и устанавливать, на кого оформлена эта предпринимательская деятельность и кто с этого, так скажем, имеет доход. И дальше, если этот вопрос будет разрешен, то вопрос привлечения к административной ответственности будет уже рассматриваться в другой плоскости. Документы с результатами проверки будут переданы в соответствующие инстанции. Члены общественной палаты намерены еще теснее взаимодействовать с населением, чтобы на корню пресекать подобную незаконную деятельность. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В многофункциональном центре Видного для удобства посетителей отдел выдачи документов перенесли на второй этаж здания. А в офисе МФЦ в микрорайоне Бутово парк добавили дополнительные окна для обслуживания заявителей. Подробнее о всех новшествах в нашем сюжете. Отдел выдачи МФЦ Ленинского городского округа в день обслуживает более 500 заявителей. Здесь можно получить документы, заявления на которые были поданы в многофункциональном центре или через портал госуслуги. В связи с большим потоком посетителей в декабре прошлого года отделу было предоставлено просторное помещение на втором этаже. Здесь у нас существует специальный терминал, чтобы не стоять в общей очереди, это быстрее для заявителей. Они в терминале берут талон и сразу попадают в этом же зале, сразу попадают на выдачу документов. Сейчас в отделе выдачи документов функционирует 10 окон. Все зависит от того, какой это день недели. Есть дни недели, когда поток поменьше, есть какие-то насыщенные дни, особенно суббота у нас заявители, когда они работают, приходят на выдачу документов. В воскресенье у нас более легкий день. Можно, те, кто не хотят долго ждать в очереди там или еще что-то, можно посетить в воскресенье нашу выдачу. Инна Фролова в многофункциональном центре работает 6 лет. Главный специалист отдела выдачи рассказывает, что в новом зале намного удобнее принимать посетителей и появилось больше места для хранения документации. Регистрация права собственности, регистрация по месту жительства, паспорта очень большой. Мы оказываем услуги в количестве 250. И все заявки по РПГУ, которые оформляются, мы тоже выдаем. Отсутствие очередей и своевременное обслуживание отмечают и заявители. Получил собственность на помещение. Очень-очень удобно. Очень вообще очереди нет. Обслуживает максимально хорошо. Все нормально. Изменения произошли и в офисе «Мои документы», который расположен в микрорайоне Бутово парк, где для удобства населения добавили 5 дополнительных окон. Мы провели анализ по количеству обращений, по количеству нагрузки на окно, на нагрузку на оператора. И так получилось, что нагрузка очень большая. И для удобства, в первую очередь, заявителям, да, мы решили вот подать заявочку на расширение. Сейчас в зале площадью 300 квадратных метров работают 10 окон. В день специалисты МФЦ обслуживают около 400 человек. Абсолютно все такие же услуги, как и в центральном офисе. Все специалисты универсальные, занимаются как приемом, так и выдачей документов. Елена Ремезова, специалист-консультант Бутовского офиса, рассказала, какие услуги наиболее востребованы в их отделении. Чаще всего к нам обращаются за регистрацией прав на недвижимость, поскольку в нашем районе очень много новостроек. А также молодые семьи с оформлением детских пособий. Очень удобно, рядом с нами находится, очереди практически нет. Вот. Даже можно воспользоваться компьютерами, если есть какая-то информация на флешке, там в интернете, без проблем. Сказали, освободят окно, где можно будет сразу оплатить госпошлину и подать документы, очень удобно. Расширение офиса в Бутово парке прошло в июле прошлого года. Оно позволило улучшить доступность и качество оказания государственных и муниципальных услуг жителям активно развивающихся территорий Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.
В нынешнем году зима в Подмосковье выдалась настоящая, снежная и морозная. Обильные снегопады задали задачку не только коммунальщикам. Пожилым людям, живущим в частных домах, приходится в прямом смысле откапывать свои жилища. Не у всех есть на это силы. Сотрудники Госавтотехнадзора уже который год проводят акцию «Тропинка к дому», а помогает им молодежь и местная администрация. Почистить снег возле собственного дома приятно и даже полезно. Но, к сожалению, не каждому домовладельцу это под силу. На помощь приходят другие люди. На помощь к старейшей жительнице Булатникова Ольге Григорьевне Романовой приехала большая команда. Сотрудники Госавтотехнадзора, собственно говоря, они и инициировали акцию. Молодогвардейцы из «Единой России», всегда готовые к участию в добрых делах, и представители территориального отдела. Зная категорию социально незащищенных людей, людей заслуженных, ветеранов труда. Вот сегодня мы приехали к бабушке, которая награждена медалью за оборону Москвы, Ольга Григорьевна Романова. Мы, конечно, стараемся всегда помогать. Не первый год Госавтотехнадзор проводит акцию «Тропинка к дому». Десяткам пенсионеров помогают они очистить снег перед калиткой и во дворе. К слову, не только в зимнее время проявляют заботу о старшем поколении. Мы приезжаем и летом, помогаем покосить траву, поколоть дрова, если надо. Взаимовыручка ветеранам всегда приветствуется. Вот, и хотелось бы, чтобы молодое поколение всегда помогало своим близким, особенно пожилым людям. Молодая крепкая команда добровольцев быстро очистила от снега тропинки во дворе у Ольги Григорьевны. Сама она, кстати, тоже иногда выходит с лопатой, считая, что секрет долголетия в постоянном движении. Да я больше на улице, чем дома. Правда? Да, конечно. А что делаете на улице? Как вы гуляете? Где? Снег чищу. Тоже чистите снег, да? Тоже все откидываю. А они вам лопату не дали. А когда плохая погода, то вон у беседки у меня там есть, я у беседки сижу. Закончили работу у Ольги Романовой и заметили, что к соседке, а забора между участками нет, тропинка засыпана снегом. Решили и ей помочь. Не сразу поняла Людмила Георгиевна, что делают в ее дворе незнакомцы. Вышла к незваным гостям с метлой. Но когда поняла, что пришли помочь, обрадовалась. Приезжают дети. Ага. Вот завтра должны приехать. Вот завтра приеду, у вас все почищено. Да не поверят. Я скажу, это я сейчас сделала. Я ощущаю максимальное удовлетворение, вот, максимальное желание помочь этим людям, как, ну, хотя бы этим я могу помочь. Нынешняя молодежь с радостью помогает пожилым и другим людям, нуждающимся в поддержке. И причиной тому не только пандемия. Время творить добрые дела не имеет сроков ограничения. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Товарищеские матчи по хоккею между ветеранами московского «Динамо» и сборной любителей из Ленинского округа уже стали традиционными. К сожалению, за пандемией трибуны не были заполнены полностью. Но обычно эти встречи вызывают большой интерес у публики, ведь они могут вживую увидеть легенд хоккея. Начался матч между ветеранами «Динамо» и сборной муниципалитета под названием «Арктика символического вбрасывания шайбы», в котором приняли участие легенды московского хоккейного клуба. Люди, которые пришли, смотрят на тех хоккеистов, которые в прошлом играли, защищали честь своей страны, играли в сборной и в командах своих. Вот. Я думаю, что это будет всем приятно. Поначалу игра шла на равных, но все же мастерство и опыт именитых хоккеистов сыграли свою роль. Динамовцы быстро вышли вперед, а после первого периода нарастили свое преимущество до 3 шайб. Команда очень сильная. Ветеранов, хоть как бы уже ветераны, действительно, уже там многим там и за 60 лет, но посмотрите, в какой они спортивной форме. То есть команда очень сильная, очень приличная, поэтому играть не просто интересно, а еще и сложно достаточно. Любители хоккея из Ленинского округа были очень рады выйти на лед и сыграть против тех, кто в составе сборной страны ковал победы на международных аренах. Не описать эти эмоции, когда против тебя играет олимпийский чемпион, заслуженный мастера спорта. Ну, это просто как бы честь играть с такими людьми на одном льду. Нынешняя игра была посвящена 65-летию заслуженного мастера спорта Советского Союза Василия Первухина. С руководством Ледового дворца «Арктика» его связывает давняя дружба. Также он занимается развитием детско-юношеского хоккея.
Ребята, если бы молодые смотрели, они бы чему-то научились, потому что здесь много мастеров, игравших и в НХЛ, и чемпион СССР. Поэтому молодым ребятам можно кое-что посмотреть. Василий Алексеевич Первухин, в честь которого сегодняшний матч. Хочется, конечно, от души сначала его поздравить с юбилеем. Друг, товарищ, коллега. Много пройдено. Пришедшие зрители не пожалели, что посетили в этот вечер Ледовый дворец. Они наблюдали за захватывающей игрой и всячески поддерживали спортсменов. Я вообще обожаю хоккей. У меня тем более муж, он выиграл Кубок Крутого в Сочи. Команда «Сталкер». Ну, сегодня у меня выходной, но специально пришел посмотреть на ветеранов «Динамо». Хочется с Билли Лединовым сфотографироваться. Завершился матч в ничью с красивым счетом 5-5. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!